Давайте для начала представимся. Меня зовут Николай, моя супруга Анастасия. И мы занимаемся развитием соседского центра в Тимирязевском районе города Москва. Хотелось бы сейчас рассказать о практике вовлечения жителей в различные соседские активности. Но вот наш коллега Ярослав, он говорил о вовлечении жителей в плане социальной защиты. Со стороны, когда жители объединяются в защиту своего района, а парков, других объектов, которые для них ценны и важны, мы бы хотели рассказать о вовлечении жителей в какие-то совместные мероприятия, да, созидательные с точки зрения. Так, можно следующий слайд. Вообще Москва – это город людей, которые в большинстве своем не знают, кто живет на их личной клетке, кто живет за их стенкой. Мы каждый заняты самим собой, ну, в большинстве своем. Жители Москвы по сравнению с жителями других городов России чувствуют самое высокое чувство незащищенности. В чем же вот эта незащищенность, она выражается? Об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас хотелось бы раскрыть цель нашего проекта. Мы хотим создать на территории Тимирязевского района достаточно устойчивое соседское сообщество, и мы хотим развить благоприятную среду для общения между соседями. Немного о предпосылках, как вообще к нам пришла такая идея. Может быть, кто-то знает, с 2015 года в Москве реализуется школа добрососедских отношений. И мы с супругой как раз в 2015 году прошли эту школу. И у нас прошло два мероприятия под открытым воздухом в парке Дубки. Мы провели соседские пироги, и мы провели масленицу. Но вот лучше концерт. Хорошо. Ну, эти мероприятия не были под открытым небом, потому что у нас на тот момент не было какого-то места, где мы могли собрать соседей под крышей. Сейчас это место есть. Мы договорились с районной библиотекой, где нам выделяют помещение, и мы там встречаемся с соседями. Можно следующий слайд? Я хотела добавить про наши мероприятия итогами школы добрососедских отношений в 2015 году должен был стать проект, который реализует возможность создания комфортной для проживания жизни и городской среды. То есть, ну, поднимите руки просто те, кто знает, кто у вас в подъезде живет. Кого-то по именам. Так, половина. Кто не знает, вы принципиально не общаетесь? Вот просто скажите. Или так получается, что вы не видите? Не потому, что вы там... Нет, я не знаю этого человека, не буду с ним разговаривать. Нет какого-то страха? Есть страх? Да, например, было изначально желание общаться с соседями, но мои соседи по речной клетке, как вам сказать, во-первых, они постоянно курят на речной клетке, и любят пить алкоголь. И мне кажется, что у них нет высшего образования, но... Ну вот, скажем, я постараюсь, когда вижу, что они на личный клетке, стараюсь подождать 5 минут и не уходить, пока не надо, потому что начинают прислать с разными вопросами, сколько мы платим за квартиру. Вот. Ну, как бы так. Интересно. Хуже будет, если они тебе начнут что-то рассказывать. Я бы пытался общаться, если бы это были такие люди. Это единственные соседи? Если бы это были люди, такие же, как я, молодые, занимающиеся творческими вещами, я бы общался с удовольствием. Вообще доля страхов у жителей мегаполисов, она достигает 60% населения. И жители мегаполисов подвержены такому влиянию, как неврозы мегаполисов. Это на самом деле очень страшно, потому что многие вещи, которые мы не замечаем,
это то, что исследуют ведущие психиатры. Неврозы мегаполисов – это большая проблема, которую сейчас мы можем выделить в три фактора, которые расскажет Николай. Да, спасибо. Значит, по поводу больших городов и по поводу неврозов жителей этих городов. Вы можете почитать труды двух ученых, один из них психиатр, другой психолог, это Владимир Файнзильберг и Петрушин Валентин, которые исследовали как раз вопросы психического состояния жителей больших мегаполисов. Ну, Москва, естественно, это большой мегаполис. И одним из выводов работ, в частности, Владимира Файнзильберга, было то, что жители больших городов испытывают тревогу. А тревогу в связи с чем? Можно все-таки сюда? Тревогу в связи с чем? Ну, в первую очередь, просто площадь города, она ограничена. В Москве у нас, я так понимаю, проживает официально около 12 миллионов, но это только официальные цифры. Мы делим эту территорию между собой. Это пробки на дорогах, это пробки в метро, не боюсь этого слова. Плюс ко всему, у нас есть действительно такие важные городские проблемы, как вопросы капитального ремонта, вопросы застройки, в том числе точечные, соответственно, ваша тема, Ярослав, которые действительно придают тревожности. Это вопросы парковки, причем здесь не только вопросы платной парковки, но и просто вопросы нехватки парковочных мест. И вот все эти вопросы в целом, они повышают уровень тревожности жителей, что, естественно, не сказывается лучшим образом на психологическом состоянии жителей больших городов. Я сейчас намеренно называю не просто Москву, а именно больших городов, потому что эта проблема, она системная в каждом действительно большом городе. И чтобы хоть как-то наладить вот эти вот социальные, можно в следующий слайд, да, наладить социальные связи, потому что вследствие тревожности, что мы имеем? Мы имеем низкий уровень доверия, мы зачастую недоговороспособны друг к другу, и у нас, возникают сложности в формировании комфортной среды для всех. Как раз о том, о чем вы сказали, это тревога и подозрительность, да, которая разделяет нас. Может быть, даже нас с вами в каких-то моментах, меня и какого-то еще человека прямо здесь. Эта проблема выражается в том числе и в организации общественных компаний, которые проводит Ярослав. То есть вы приходите к людям, и вы хотите о чем-то договориться. Сталкиваетесь в большинстве случаев с низким уровнем доверия, вам вообще может никто не ответить. Либо ответить, что это не моя проблема, я тут живу, снимаю квартиру, тут меня вообще ничего не волнует, до свидания. Низкая договороспособность. Зачастую это проблема того, что вы не можете организовать даже жизнь своего собственного дома. Ладно, дома, подъезда. То есть вы хотите что-то сделать, улучшить жизнь в своем подъезде, не знаю, цветы высадить, заменить какую-то плитку там самостоятельно, без привлечения управляющей компании. Но вы сталкиваетесь с тем, что всем абсолютно индифферентно. И мы считаем, что сейчас настало время хотя бы объединить соседей в рамках одного района. Можно уже следующий слайд. И сейчас я передаю слово Анастасии. Она расскажет уже непосредственно про праздник соседей, который мы планируем провести 27 мая. Да, я расскажу немного о том, почему вообще мы это проводим. Живя в большом городе, нам не хватает какого-то созидательного общества, с которым мы боремся не только против, но мы общаемся за что-то, то, что нам интересно, исключая неврозы, капремонт, застройку. Нам нужно когда-то передыхать, просто отдыхать от того, что нас давит в этой жизни. И зачастую мы не понимаем даже, с кем мы это можем сделать. Ну, понятно, друзья, знакомые, у всех свой график. Но если мы понимаем о том, что у нас есть сосед, и мы понимаем, и не понимаем, кто это, зачастую хочется с ним познакомиться, для того, чтобы организовать локальное свое сообщество, не друг, который живет у вас там на другом конце Москвы, а ваши соседи, с которыми вы живете, с которыми вы каждое утро, каждый день делите свой собственный быт.
может быть, не в прямом смысле, там, квартирную кухню, нет. Мероприятия с соседями мы проводим уже второй год, третий, вернее. Первое наше мероприятие было очень спонтанное. Как раз-таки группа в Фейсбуке, о которой говорили, районная, жители Тимирязевского района, нас там чуть больше 2000, начинали мы с 1500. Изначально у нас одна из соседок написала, что я там привезла яблоки, некуда девать, кто хочет, приходите, забирайте яблоки. Вот это был первый контакт. Незнакомые люди приходили к ней домой, забирали яблоки. Ну, мы подумали, почему бы не собраться, почему бы не поделиться плодами вот этого добрососедства и поесть просто пироги, пирожки, какие-то шарлотки, приятные угощения. Мы встретились в парке, нас было не более 20 человек в разных моментах в сумме. Приходили с детьми, приходили люди, которые вообще не знали, что мы что-то проводим. Мы просто обсуждали и знакомились. Знакомились на почве того, вот этого соседского обмена. Нам это понравилось, нам интересно стало общаться с соседями более детально. И следующее мероприятие было «Масленица в парке Дубки». Парк Дубки сейчас, к сожалению, не у всех ассоциируется с каким-то приятным местом для соседских мероприятий, так как там сейчас как раз идет точечная застройка. И в тот момент, когда мы собирали соседей, тоже были митинги против, стояли рядом с кранами. Но нам удалось собрать 300 человек. И нам помогали соседи. Нам помогали соседи из четырех районов соседних, и Коптево, и Бутырский. Кто-то участвовал, просто принес раскладной стол. Кто-то приносил свои блины, кто-то проводил викторину. Таким образом, у нас получился день мероприятия для всех соседей, не только для детей. У них они делали масленицу, они перетягивали канат. Родители делились чем-то интересным, и в итоге так познакомилась и образовалось более тесно знакомое общество. После этого мы подумали, а почему бы нам не сделать такой центр, где люди могут приходить и независимо от какого-то праздника общаться, обмениваться какими-то своими практиками и решать локальные вопросы. Таким образом, мы вышли на контакт с библиотекой нашей районной. Как мы знаем, что библиотекам уровень доверия больше, потому что зачастую туда приходят все с детства и хотя бы знают вообще, что это за место, кто там работает. Они просто там, мы там сняли комнату и назвали себя там соседский центр. Все спрашивают, что это. Непонятно. Соответственно, у нас есть актив соседского центра, кто и помогает нам организовывать День соседей. Значит, цель нашего Дня соседей – это знакомство людей, которые придут на наш праздник, и как раз-таки разрушение вот этого уровня недоверия, неприязни, недоговороспособности, хотя бы просто познакомиться в реальной жизни, даже если вы общались в Фейсбуке, не знаю, где угодно, познакомиться и узнать, кто ваш сосед, кто живет с вами даже в соседнем доме. Установка доверия между жителями района – это то, чего не хватает нам даже для решения каких-то локальных зачастую вопросов, там, как создание ТСЖ, приемка капремонта, не знаю, посадить цветы на лужайке перед подъездом. Кто-то делает шлагбаумы, то есть у всех разный запрос, разные цели. В итоге люди из большого количества актива превращаются в мини-группы, которые обсуждаются и общаются по тематическим интересам. Знакомство с созданием социальной связи, это я уже обсудила. Знакомство с представителями локального бизнеса. На нашем Дне соседей будет действовать ярмарка локального бизнеса, сделанная в САО. Это будет выставка предпринимателей, которые занимаются различными своими какими-то предпринимательской деятельностью, и о них никто не знает. Но они нуждаются в клиентах, таких примерно 10 человек, и они предоставляют продукцию соседям либо бесплатно, либо со скидкой. Согласитесь, это тоже приятно, они узнают, о них узнает больше соседей, и, возможно, они будут делать акцент только вот на нашем районе. Знакомство с локальными активистами – это тоже важно, потому что у нас есть люди, которые в своем там, дворе устанавливали шлагбаум, потому что рядом с его домом строится там, северо-восточная хорда и просто большой поток машин во дворе, и это опасно для детей. Он знает, как это все сделать, как юридически грамотно оформиться, собрать совет дома. Он делился с нашими другими участниками, кому было интересно создать такую же по прототипу создать поставить такой же шлагбаум и совместное обсуждение текущей повестки. Ее очень много, в том числе и застройка, и платные парковки, и куда отвезти ребенка в детский сад, то есть очень много тем для обсуждения. Также у нас есть инфопартнеры, это как раз-таки небольшой бизнес, детские клубы, которые будут представлять
активности для детей, выступления детских театров. Для родителей будет организовано совместное чаепитие как раз-таки с вопросами и ответами на то, что мы можем сделать для района и как мы можем быть полезны для развития наших социальных связей. И немного нас. Если вы вдруг захотите 27 мая провести этот день с нами, Facebook, ВКонтакте, соседский центр Тимирязевского района. Мы ждем вас. Я надеюсь, что будет такая же теплая погода, мы будем прыгать на шарике. И бороться с нашей тревогой, бороться с неврозами и просто заряжаться хорошим настроением и находить совместные темы для приятного совместного досуга. Спасибо. Спасибо. У нас есть еще точно где-то минут 15 на вопросы. Я предлагаю начать задать вопросы вот отдельно Насте и Николаю, а потом уже мы присоединимся и к Косте, и к Ярославу. Вот. Здравствуйте, Елена. У меня совсем маленький вопрос. Как часто вы проводите ваши дни соседей? Вообще День соседей — это международный день, который отмечается в России уже 20 лет. Он отмечается именно в последнюю пятницу мая, но активом центра было выбрано, что это будет суббота. Вообще встречи соседского центра глобальные проводятся ежемесячно, но у нас есть активности, которые проводятся еженедельно. Наша соседка организовала бесплатную йогу для пожилых людей. Проводит это каждую субботу. По понедельникам у нас действует там мамский час, когда ты можешь прийти в библиотеку, в игровую комнату отвезти ребенка и с мамами обсудить какие-то свои собственные вопросы. Поэтому вообще большие встречи проводятся ежемесячно. Такие глобальные, ну, для нас глобальные, потому что это занимает больше по времени подготовка, работа с инфопартнерами, со СМИ и так далее, проводится вот примерно раз в 4 месяца. Какая-то большая повестка, а так регулярные встречи, еженедельно можно посмотреть расписание и подойти. Спасибо. Меня зовут Елена, я в Бережный район, да, так, от себя лично здесь присутствую. Мне очень интересны некоторые вопросы, которые, как мне кажется, вот в тематике встречи. Ну, во-первых, здесь все прекрасно, что касается вот использования различных технологий, Facebook, смартфоны и прочее-прочее. Но дело в том, что я вот представитель старшего поколения, так сказать, пенсионерка. Вот, ну, я немножко, конечно, владу со всей этой техникой. Но на самом деле у нас большая категория людей, которые как бы вообще выпадают вот из этих вот, из этой системы контактов, потому что они не в онлайне, к сожалению. Вот. И таких людей, вот я просто по деятельности в защиту парка дружбы, у нас была в свое время поляна, на которой у нас действительно были прекрасные добрососедские встречи, разная совершенно тематика, там были у нас и собачьи бега, и соревнования моделек, и машинок, и праздник красок, и просто люди выходные туда приходили кататься на лыжах. Это было единственное тихое место в районе, где можно было от шума Ленинградского шоссе углубиться в эту так называемую яму. Вот, там мама с детьми. Теперь там, к сожалению, наша яма «Прощай». Вот, и вот я как раз хотела Ярославу спросить, в чем наша была глобальная ошибка, почему мы потерпели поражение в нашей борьбе. Вот. Ну и вот как раз, когда мы вот эти все активности по защите парка дружбы пытались как-то организовать, действительно, вот из подъезда буквально 2-3 человека, которые в онлайне, а в подъезде 100 квартир. Все остальные вообще не в курсе о том, что происходит в районе. Я не говорю только про какое-то протестное или защитное движение, но даже вот такие позитивные моменты, как вы говорите, вот эти прекрасные соседские встречи, тоже народ об этом не в курсе. А в чем причина, как мне кажется? Дело в том, что городской район, вот у нас район в нашем САО один из самых маленьких, там чуть больше 52 тысяч населения. Вы вздумайте, 52 тысячи населения, как их можно оповестить? Вот как их можно... Это на самом деле большой районный городской центр, город. То есть один район Москвы – это большой город. Как вот в этом большом маленьком городе наладить эти контакты? Мы ведем контакты, да, что мы ведем контакты с людьми, которые не сидят в онлайне, да, у нас есть и объявления, мы работаем с центром социальной защиты, то есть люди
ну, как бы целевая аудитория у нас не разделена только онлайном. Это и контакты, мы можем выйти на улицу, мы можем подойти в детский дом, у нас есть. То есть мы общаемся с людьми в офлайне, развешиваем объявления, оставляем программки в местах наиболее массового скопления жителей именно нашего района. Но у нас есть понимание как контингент. Есть люди, которые сразу говорят, нам не нужно. Один раз они нам сказали. Или есть группы протестные, которые говорят, мы будем только против, мы не будем за. То есть мы не заходим туда третий, четвертый, пятый раз. Нам как бы было сказано нет. Ну, наверное, мы от этого что-то теряем, потому что у нас нет опыта общения с людьми, которые объединяются против. Но я считаю, что в нашей жизни и так достаточно много нервозов. И мы подвержены этой депрессии, депрессии общегородской. И то, что, ну, как бы, на мой взгляд, мы делаем, это уровень релакса. Ну, то есть вы можете расслабиться с этим человеком. Вы не волнуйтесь, кто он, и что вот он у вас сейчас спросит, и зачем он вас сюда привел. Можете ему довериться, сесть, взять в руки чай и прекрасно с ним провести время. На самом деле у меня есть кумир в этом плане. Вот этот человек сейчас сидит в зале, и я прекрасно наблюдаю за Кристининами соседскими встречами. Это Кристина Свайкина, организует соседское сообщество в районе Тропарева-Никулина. И когда мы приехали на одну из встреч к Кристине, я поняла, что нам еще есть над чем работать. Там просто гораздо больший такой формат. И мне, человеку из другого района, было просто спокойно сесть и пообщаться с этими людьми. Вот какой должен быть эффект. А не эффект того, что я боюсь, кто вы, не надо со мной общаться. Настя, спасибо. А еще был частичный вопрос Ярослава. Я стала Костя, я предлагаю вам тоже сесть на студию, потому что вопрос начинает и к вам.